Ух ты, и снова я, Александр Криволап, печенеги. Ребята, 22 апреля 2019 года. Это наш морозник. Смотри, какой цвет. Красивый, да? Красавый. Красивый. А это детки морозника. В прошлом году семенов было много. Я некоторые семена пособирал. А не надо было собирать. Пускай бы они прорастали. И семена высыпались и проросли здесь. Раз, два, три, четыре. Четыре маленького морозника. А это, смотри. Ой, красава. А это светлый морозник. Можно. Морозник разводится семенами и делением куста. Вот это вот уже можно поделить, смотри. Один морозник, это куст хорошо, хорош. А вот это можно откопать. И пересадить можно. А вот, ребят, сколько высыпалось семенов. Смотри. Вот морозник. Вот маленькие. Вот маленькие морозник. А здесь, смотри, как красивый, светлый морозник. Ай, красиво. Красиво. А здесь, смотри, какой. А, о, опылился. А был же когда-то белый морозник. А вот деток. Много морозника. Смотри. А это вырву. Будем. Смотри, сколько морозника. Морозник. Это семена высыпались и сразу проросли. А если садить, то буду ждать очень долго. А так зимой они пролежали на земле и весной проросли. Ай, красава. А? А рядом воронец растет. Это воронец рядышком. Смотри, какой морозничек. Ай, красава. А был же. О, смотри, какой морозник. Ай, красиво. Ай, красиво. Ну все, ребятка, всем пока-пока. До скорого. С вами был Александр Криволап, печенеги. Пока-пока, ребят.